Здрасте, 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 здрасте. А вас запустили специально, да, чтобы вот первую? Ну, первую, чтобы сразу. Оп, оп. Впечатление. Нарядные все, красивые. Конечно. Из какого-то концерта приехали. Мы знали, что вас встретят. Со свадьбы. Со свадьбы? Ну, как настрой, мужики? Отлично. Вау. Огонь. Не, ну с такой-то солисткой, конечно, огонь. Да вы в шоке будете. Бегите быстрее, я хочу уже быть в шоке. Давайте, 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 погнали, погнали. Быстренько вот туда, на сцену. Давай, 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 давай. Это какой-то оркестр? Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. А как вам мужчины с всего лишь одной девушкой? Работается? Она справляется. А что вы нам споете? Секрет. Секрет, да? Сюрприз. Заинтриговали, заинтриговали. Надеюсь, туба будет уместна в этом секрете. Поехали. Уважаемый зал, если вы знаете песню, я прошу вас, дайте нам знать. Хорошо? Их много. Даже если будет там нет, их там минимум в два раза больше вашего коллектива. Вот, они-то видят, что их больше, и все, поэтому у вас уже есть уже хороший шаг. Уже какие-то шаги. Этот праздничный бит, совокупность орбит, все как надо играет. Аня Дор, Аня Дор. Жарю ультрамальвин и танцую один. Не надо стесняться. Тромбон точно не стесняется. Музыкальный. Остальные что делают? Стесняются. Но мы-то с вами нет. Те, кто слышит мой соул, заполняют танцпол. Остальные стесняются. Не надо стесняться, эй! Самая любимая музыка здесь играет. Мне нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе. Самая любимая музыка здесь играет. Нужен алкоголь, а тебя ждет на танцполе. Ой-ой-ой. Не стесняться, не стесняться, не стесняться, не стесняться. Я могу сидеть под это. Спасибо, друзья. Фішка крута, звичайно, звичайно, хлопчини, який з тромбоном цим. Це просто бомба. Я думаю, що якщо вас побачать всі музиканти світу, то вони вас просто-напросто куплять за великі гроші один в одного. Солістка. Дуже яркі, дуже красиві. Голосові зв'язки я маю на увазі. Ви круті, у вас є майбутнє, я кажу так. Анечка, очень красиво. Спасибо. Вы как картинка, которая прям все олицетворяет, каждый инструмент подыгрывает, и это очень классно. Вы потрясающий коллектив, ребята, я вам говорю да. Спасибо. Вы знаете, мне знаком этот жанр, в котором вы работаете. Вы знаете, мне кажется, что этот коллектив абсолютно имеет право быть на X-факторе, и давайте пойдем в тренировочный лагерь. Я вам говорю да.
Большое вам спасибо за то, что вы меня раскачали, там, взбудоражили и привели в чувство. Аллилуйя. Вы ужасно веселые, классные ребята. Экшен, тромбон. В общем, вы молодцы. Спасибо. Я говорю вам да. Ух ты, 4 да!